Значит, с вами Израиль и Кузьмин, поскольку я являюсь открытым гомосексуалистом, ух, выговорил, не будем тянуть кота за яйца, судя по комментариям некоторым, комментарию одному все еще зэковскому. Мы сейчас будем, кстати, видео про первые свидания мои на подходе. Потихонечку ждите, там нужно очень долго монтировать. Я заказал уже у монтажника клей. И, соответственно, поехали. Сейчас у меня тут перед лицом случайно оказалась фотография, так сказать, двух женщин. Ну ладно, случайно. В общем, идет у меня сейчас общение с девушкой, ну или женщиной, если хотите, 21-летней. На сайте таком секретном, не буду пока палить контору, как она выглядит, разумеется, из соображений собственной безопасности, потому что все-таки ФСБ не дремлет, я не буду раскрывать, но сравнение очень сильно она похожа на Жанну Борисовну Немцову. Соответственно, дочь знаменитейшего, царствие ему небесное, политику Боречки Немцова, убиенного в Москве. Не будем говорить, какой национальностью он был убит людей. Так говорят же, конечно, но мы не будем говорить. Вот очень она похожа на него. Тьфу, на него. На нее, на Жанну. Она из Нижнего Тагила. Это уже плюс, как говорится, к внешности. Ну, 21 год. Внешность сказал, чем сходство чуть ли не стопроцентное. Ну, с учетом там возраста. Начала мне писать, как бы проявлять активность. Я эту активность вижу, мне приятно. Ну, в первую очередь, как бы вначале девчонки проявляют активность, все потом что-то спотыкаются о том, что, о то, что у них там конкуренция безумная, и другие парни написывают. Но главное, вот это вот первое впечатление, да, там как бы сразу же такую заботу проявила, говорит, что ой-ой-ой, а кто такая консюмерша? Ой, я надеюсь, ты с этим не сталкивался, надеюсь, не убивали тебя за это, как говорится, там ты не попадался в узы. Ну, говорил, судьба миновала, как бы не облашивался я, как бы, в эти фейковые рестораны и так далее. Ну, консюмерши — это девчонки, зазывающие в рестораны, где там вино по 8 тысяч рублей, и потом попробуй не заплати. Зазывалы, короче, по-русски говоря. Они нас на свидание зовут. Ну, короче, о разводах на сайтах знакомств, может быть, я когда-нибудь расскажу, а может, и нет. Посмотрим. У меня видос о моих первых свиданиях, как я говорил или нет, на подходе. Подождите, говорю, там монтажный клей, он все-таки опасен. Значит, у нас с ней сейчас она в Тагиле. В принципе, переписка идет медленно, но верно, потому что все-таки уже, говорю, сталкиваемся на том, что пишут новые, конкуренция. Посмотрим, что выйдет, но все-таки хочу я ее вызволить на свидание, чтобы отчет вам дать. Как говорится, гомосексуализм, гетеросексуализм уже все-таки в теме. Ну, это все комментарии зэков, что, как говорится, ваша сексуальную ориентацию тяжело определить. Вот так вот. Не произвести фотоотчеты, фотофиксацию. Значит, достаточно у нее такие глаза, знаете, как бы вам сказать, неприличные, но по внешности, как это называется, физиогномики маленькие наши. Наука, то, что по чертам лица, вообще по чертам человечьего тела можно распознать характер человека, это лженаука, не забываем. А гносеология – это наука о знаниях, не путайте. В общем, посмотрим, что выйдет. В принципе, говорю, у нее такие глазки, как вот у Жанны Немцовой, такие немножечко с искрицой. Да как и у Бори Немцова, он же любил баб, он такой был, это самое, в этом плане. Посмотрим, что выйдет, а что да будет, скинуть. Сейчас такое коротенькое видео о компьютерных сборках, о психушке и так далее. Повремените, ребята, у нас тут все, девчата, самое главное.
у нас тут все как бы это. Сейчас небольшой акцентик на свиданиях. Препараты, как я сказал в одном рельсе, препараты мои, они перестали тянуть меня очень сильно, так штырить, потому что все-таки расплата, время расплаты сейчас пришло. С вами был Израиль Кузьмин. Не забывайте подписываться, ставить лайки и дизлайки, ставить комментарии. Только, пожалуйста, не надо о гомосексуализме, не надо о госизмене. Всем пока.